повторю, наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армии и флоты и забыть об этом на десятилетие. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологии. Она всегда должна быть лучше. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья. Иногда. Это военная организация государства. Техника должна быть лучше. Мы можем этого добиваться. Добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать.